Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях журналіст, письменник і телеведучий 112 каналу Денис Жарких. Вітаю вас на студії. Добрий день. Денис, у мене до вас таке питання. Коли ви стали ведучим на 112 каналі, одразу деякі електронні видання, наприклад, там «Обозріватель», почали казати, що на 112 каналі з'явився прокремлівський ведучий. Як ви взагалі ставитесь, коли такі епітети застосовують стосовно вас? Чи ви ображаєтесь? Як реагуєте взагалі? Да я как-то не знаю, ну я к Кремлю никакого отношения, во-первых, не имею, там меня еще оскорбляют, а вы там русский там или еще что-то. Ну я не знаю, там национальность, если, то это, в общем-то, не обидно, мало ли кого называют национальностью. А что касается работы, скажем, прокремлевской, так извините меня, всем известно, что националисты, очень многие работают на Кремль, я это знаю не понаслышке. Слышки, это очень серьезная инсайдерская информация, так что кто там еще про кремлевский, нужно разбираться. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, взагалі останнім часом ми спостерігаємо, що частіше за все нападки йдуть на журналістів 112 каналу, взагалі на канал. Яка атмосфера там серед колег, як вони до цього ставляться? Ну, смотрите, мы живем, в общем-то, ну, как семья, потому что тот, кто действительно не хотел, был, ну, как бы против того, что, о чем мы говорим, тот уже давно ушел, ну, основная масса ушла, вот мы там остаемся, скажем, там до ночи работаем, там уборщица нам пирожки приносит, мы с ним чай пьем. Поэтому в этом отношении очень хорошо. Мы знаем, что мы делаем большое нужное дело. Мы говорим правду. Мы, понимаете, правда это не истина. Мы говорим то, что видим, и мы стараемся не врать. Если бы 112 хоть раз соврал, если бы я сказал что-то против Украины, а я вещаю уже скоро будет полтора года, да я бы уже давно в прокуратуре сидел, но тем не менее, я говорю, собственно... Тобто ви хочете сказати, що, виходить, наше правосуддя не до всіх однаково відноситься, на вашу думку? Я думаю, что наше правосудие вообще черт знает чем занимается, потому что, в принципе, нет... Понимаете, что в чем проблема Украины? Сорвали вообще, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это вот самое... Человек, который ворует, оборвал страну, он, значит, известный олигарх, там, меценат и, скажем, благодетель. Человек, который расколол страну, и люди друг друга убивают, он герой. А человек, который говорит за мир, он враг Украины и прокремлевский агент. Вот все смешалось, понимаете? Можно сказать, что все перевернулось. Да, все. Черное, белое, то есть вор теперь патриот, скажем, убийца теперь благодетель и так далее и тому подобное. А честный человек – это кремлевский агент. Ну, я не знаю, когда вот так вот называют, я даже не знаю, радоваться мне или плакать. В принципе, как Олена Бондаренко, как и сказала, что на миротворце зібрались вот дійсно миротворцы. Вот я на миротворце, да, вот я на миротворце горжусь тем, что я на миротворце. То есть, когда мне сообщили, что я на него, я, честно говоря, ну, не то чтобы обрадовался, думаю, посмотрел, достаточно приличная компания. Ну, почему нет? Зрозуміло. А до вашої компанії, до речі, приєднався нещодавно Анатолій Шарій. Просто у мене що в голові одразу? 112 канал, да? Так? Так. Ну, він виходить на пряму трансляцію, я таки думаю, ну дійсно, у вас же так мало проблем. Там, то збиралося ліцензію відібрати ще, ну, в принципі... Ну, подождите, її забрали. У нас забрали ліцензію, і тепер у нас нет в общенаціональних сетей, ми є тільки в кабелі і на спутнике, ну, естественно, в інтернеті. Ну, так якраз Анатолій Шарій, він був в інтернеті, от якраз це... Это подтолкнули к тому, чтобы у нас был Анатолій Шарій. Ну, в принципе, можно зазначить, что вперше Анатолій Шарій з'явився на нашем канале, телеканал «Киевская Русь». Ну, я сподіваюсь, что это
трошки підштовхнуло руководство вашого телеканалу для того, щоб вивести Анатолія безпосередньо? Не знаю, я з ним це не обсуждав. Зрозуміло. Дивіться, хотів ще запитати. Ну, минулий тиждень відбувалося дуже багато різноманітних подій, але, скажімо так, найгучніша – це поїздка президента в місто Золоте, де він намагався поговорити з добровольцями, так званими добровольцями, і хотів безпосередньо домовити, щоб на лінії розмежування військово розвести просто озброєних людей, для того, щоб наступив мир. І вийшло так, що після того, як з'явилося в інтернеті відео, де пан Зеленський розмовляв з одним із добровольців, почалася якась шуміха в інтернеті, і всі, хтось почав казати, що він там неправильно звертався до бійців. Білецький пообіцяв 10 тисяч людей вивести на фронт. Деякі взагалі почали погрожувати президенту. Я хотів би, до речі, з вами разом подивитися одне відео, і щоб ми подивимось, і хочу почути ваш коментар. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. Ти там пощастіше їсть. Я хочу, щоб ти там частіше їздив, а пацики сьогодні просто морально не були до тебе готові. Вони до тебе навіть на ви зверталися. Але ти правильно розставив акценти. Ти показав, як до тебе треба звертатися. Тебе треба мочити в сортирах. Це Путін про тебе. От таких, як ти, треба мочити. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може зірватися граната. А знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці прикрасться на передову. Отакі дві. Я навіть не знаю, не хочу застосовувати дівчини, не хочу казати панянки. Краще будемо казати дві особи. Подождіть, вони народний депутат, наскільки? Одна з них, так, да, це безпосередньо партія «Європейська солідарність». Тобто це оба Софія. Політика? Одна, вона рахується волонтером, добровольцем, а друга безпосередньо депутат Верховної Ради України. Видите, какие у нас депутаты Верховной Рады? Ведь из-за чего поднялась, в общем-то, шумиха? Что он сказал, что я не лох, то есть он якобы бранное слово употребил. Сколько тут народный депутат употребил бранное слово, да еще и женщина? Ну, что можно говорить? А еще какое порівняння в сортире, как Путин сказал, то кто они помнят, как Путин сказал. Вот, научил. Научил. Вот видите, мы уже нашли, напали на след. Кто действительно работает на Путина? Потому что, понимаете, я уже устал читать прогнозы, где пишут о том, что националисты, в общем-то, дестабилизируют Украину, и тогда население, в общем-то, бежит в этот самый Кремль и просит Путина срочно присоединить, чтобы навести здесь какой-то порядок. И поэтому, то ли они, понимаете, либо дураки, либо провокаторы. Я не знаю, что хуже. Ну, дивіться, я хочу повернутися до нашої попередньої розмови. Ви казали, що якби ви щось приблизно таке, я собі навіть не уявляю, щоб ви хоч трохи таке щось сказали. Ну, приблизно б сказали, ви тоді скорше за все потрапили за грати. Звісно. Ну, цим людям, виходить, можна. А я не хочу. Я не хочу на любого. От був президент Порошенко. Я совершенно не хотів на нього бронитися і говорити якісь гадості. Я говорив, чем он мне не нравится, и, в общем-то, излагал, говорил, почему, и излагал свою позицию. А ругаться, это, извините меня, любой человек может. Зачем для этого выходить в эфир? Но если у нас любая, извините, базарная может стать народным депутатом, то что можно сказать об этой власти? У нас парламентско-президентская республика. Кого мы заводим в Раду? Это проблема для страны, очень серьезная. Дивіться, да, еще... В принципі, як то кажуть, влада, держава, вона тримається на сакральності влади. Да? І, в принципі, ми зараз бачимо, що деякі люди, ну, скажімо так, да, 5 років назад у нас десакралізація влади відбулася, а зараз це, ну, ситуація ще погіршується.
Як ви вважаєте, це може привести там до подальшого колапсу, якщо ви от таке дозволяти людям просто? Я можу сразу сказати, отечество в опасності, тобто українська государственность в опасності. Повторяю для тих, хто українська незалежність в небезпеці, якщо ви там, можу сказати, чисту українську мову в небезпеці. Тому що її управляють або хвойди, або дурники, і вони це роблять для того, щоб цієї державності не було, щоб люди, якщо я вже кажу українською, щоб люди зневірилися в Україні. Ви робите все під гаслами, що ви любите Україну. Ви знаєте, що це все одно, що насиловать жінку і кричать: «Дура, заткнись, я тебе люблю». Вот примерно об этом. Вот, вот это вот делает масса политических партий, все эти волонтеры и все такое. Они же это не бесплатно делают. Они же это делают не просто так. Они делают политическую карьеру. Они делают, собственно, карьеру во власти. Они делают кто-то. Где там место порядочным людям? А если нет места порядочным людям, нет места и этой стране. Страна держится на порядочных людях, на простых тружениках, на законопослушных гражданах. А не для людей, которые, в общем-то, если им президент сказал, уйдите, они не уходят. Еще и оружие с собой притащили. Это, собственно, это уничтожение президентской ветки власти. Можно хорошо относиться к Зеленскому, можно никак относиться, можно ненавидеть Зеленского, но если президент сказал «нельзя», значит «нельзя». Если вы отказываетесь, вы уже идете против Украины, а не против конкретного президента, против президентской власти. Значит, вы подрываете основы Украины. Вопрос, кто вам платит? Либо вы дурачки и не понимаете, что ради Украины можно наступить на горло своим политическим амбициям. Либо вы негодяи, которые ради своих политических амбиций хотите взорвать страну. Ну, у меня других вариантов нет. Если еще есть иные варианты, скажите мне, будь ласка. Ну, я вам, мабуть, не скажу про такі варіанти. Хотілося б далі. Ну, ці особи, яких ми наблюдали, це, ну, ми повторимо, це депутат Верховної Ради від партії «Європейська солідарність» Софія Федіна, а друга – це Маруся Звіробій. От. І я хотів би на другій особі звернути на неї увагу ще раз. І я хотів би подивитися разом з вами одну фотографію. І хотів би, щоб ви її прокоментували. Будь ласка. Це, цей хлопчик – це Стерненко. Дуже відомий у нас. Людина, яка зарізала в Одесі іншу людину. Добивала там близько 15. Ну, я навіть мені так не дуже приємно це пригадувати. А це безпосередньо Маруся, от, наша, у якої насправді фамілія Самбула Олена. От. І якщо ви, ну, так, подивитесь, чомусь це не є одяг бійця УПА, а це одяг радянського солдата. І це виходить, що в якийсь час у людей була зовсім інша думка, інше ставлення до історії, до подій Великої Вітчизняної війни, а зараз це зовсім інші люди. Що могло на них так вплинути? Чому такі метаморфози? Та нічого на них не воздействовало. Вони, в общем-то, які були, такі остались. Є дуже хороша пословица, что «заставь дурака Богу молиться, он весь лоб прошибет». Вот было модно носить георгиевские ленточки, носиться с, собственно, с военной одеждой времен Великой Отечественной, там советская была. Они, значит, первыми в первых рядах бежали. Изменился вектор, они побежали это. То есть вся эта, вы понимаете, проблема, в общем-то, не в, даже в идеологии. Кто-то так считает, кто-то по-другому считает. Проблема в политической конъюнктуре. К нам пришли продажные политические конъюнктурщики, которым все равно, какую форму одеть. Завтра они оденут американскую, послезавтра арабскую, послепослезавтра китайскую. Им все равно, лишь бы... Тобто, ви, ну, вважаєте, що, в принципе, якщо інформаційний фон зміниться, да, то конечно. Вони вже будуть бігти будет, там... Будет другой политическая конъюнктура. Вони знов можуть цю форму надягнути і знов... Да, более того, Тарик, я вам честно скажу, вот если, допустим, выйдут российские танки, а некоторые российские блогеры называют меня бандеровцем и там прибавляю, значит, там мочить в сортире и что-то такое, потому что то вот как раз... Это классно, какая вы разносторонняя людина. Ну да, вот так вот.
то эти ребята оденут вот эти ленточки, прибегут на с вами и будут кричать: вот они, бандеровцы, убейте их срочно, мы заслужили, дайте нам печенек там или что-нибудь такое, русские валенки, мы, значит, будем это. Понимаете, проблема не, даже не в идеологически. Идеологических людей не так много. Ну, это нормально вообще в любой стране. Очень много конъюнктурщиков и тех, кто перекрасится в любой момент во что угодно. Это не страшно для обыкновенного обывателя, это не страшно, но оно же лезет наверх, и оно не хочет нести ответственность ни за что, вот в данном случае убийство человека, не хочет нести ответственность. И государство же не наказывает. И государство не наказывает того, кто угрожает президенту. Как это можно президенту угрожать? Можно сказать, там, президент, неважно, эмерик, любой, я вас не уважаю за вот это, за вот это, за вот это. Это можно, это политическая позиция. Но когда мы ругаем президента матом, и когда мы ему угрожаем, что тебя убьют и чтобы ты там убился, извините, это уже совершенно другой подход. Это значит, ты против власти выступаешь. И власть... Значит, если она не отвечает, значит, власти нет. Есть, скажем, какая-то вот, ну, оперетка. Вот. А если оперетка, то соседи придут и быстро наведут с этой опереткой, собственно, порядок. И тогда вопрос, кто агент Кремля? Да вы сами агенты Кремля первые. А если вы этого еще не понимаете, вы еще и дураки. От хотілося б ще звернути увагу на те, що, в принципі, ми колись чули, що президент в розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, з Дональдом Трампом, казав: зараз я поставлю свого прокурора, і все буде гаразд. І, в принципі, от після цих подій ніякої реакції від свого прокурора ми не почули. Єдине, що депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Олександр Дубінський, він написав заяву до прокуратури з вимогою відкрити справу проти цих двох осіб. Пан Зеленський помилився, коли казав, що він поставить свого прокурора? Чи це просто так і має бути? Пан Зеленський має ставити не свого прокурора, а українського прокурора. Прокурора, який захищає інтереси України, а не його лично. Це одна річ. Видать, він зайнявся інтересами Зеленського, скоріше всього, і некогда займатися інтересами України. І виходить, що у Зеленського всього один депутат за нього заступився. Ну, йолки-палки, от у нього всі друзі, які. Есть. Мне его жалко, но трудно ему, бедняги. Ну, в принципе, больше, чем за 112 канал, да? Нет, ну за 112 никто не заступался, когда по нам выстрелили с гранатомета, Зеленский как в рот воды набрал, потом у нас забрали лицензию. И когда, собственно, спросили журналисты, а что же такое, он говорит: а у вас спонсор, у вас владелец Медведчук. Ага. Вот. А какая разница, кто там владелец, причем он еще назвал, что у Медведчука антиукраинская позиция. Это у Медведчука антиукраинская позиция? Да перестаньте вы мне рассказывать. Дело в том, что Медведчук как раз в Кремле отстаивает интересы Украины, чего я желаю президенту Зеленскому, который никак туда не доедет. Это одна вещь, другая вопрос. Ну, допустим, пример, я говорю, допустим. Вот есть политик, я не буду говорить, у него антиукраинская позиция. Во-первых, если этот политик представлен в Верховной Раде, и за него проголосовало огромное количество, миллионы людей, то он уже не может представлять антиукраинскую позицию. Другая вещь, это то, что, ну, даже вот, допустим, он не в Раде, это не Медведчук, который отстаивает интересы мира. Ну, хорошо, это, допустим, какой-то нехороший человек, вот совсем нехороший. Но проблема-то не в этом, это бизнес, если мы говорим об, собственно, телебизнесе. И все, что нужно сделать, это поймать журналиста на лжи. Mm-hmm. Вот журналист соврал или сказал что-то нехорошее, он кого-то оскорбил. Но у нас журналист сказал, что 1,5 миллиона людей на Донбассе лишних. Он понес mm-hmm. хоть какое-то... Это про Буткевича. Да, господи, там этих Буткевичей, имя им легион. Сколько они наговорили, и поджаренные Колорадо. Они сделали все, чтобы развалить эту страну. Кто-нибудь из них понес заслуженное наказание? Им хоть пальцем погрозили? Нет. Тогда почему к нам привязались? Почему... Нечего же сказать, абсолютно. Начинают искать какие-то источники финансирования. Начинают перетряхивать это. Там вы свечку не поставили. Там это. Да засуньте себе эту свечку куда угодно. Потому что вам нечего сказать, абсолютно. То есть вся эта контора бюрократов, она работает на конкретных людей, а не на Украину. И
это все, потому что государственные, в общем-то, органы, и они все дискредитируют украинскую власть. Оцю вашу незалежную державність вони просто знищують, продають за 3 копійки. За 3 копійки продали державу. Все, ви вже продали, ви вже хрестопродавці. Що я можу вам сказати? Ви патріоти, ви любите Україну, кожен день співаєте гімн. Ви знаєте, що більше всього розказує о тому, що вона любить і в губи не цілується, це іменно проститутка. Поэтому не надо, просто нормальна жінка в голову їй не прийде розказувати, що вона там губи не цілується, вона високоморальна особа. Як жулик, завжди розказує, що він чесний чоловік. От хто більше всіх розказує, що він чесний чоловік, це і є жулик. Це була наша думка, а тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Дмитро Василець. Дивимось. Це ТВУ. Топ-блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Мы, конечно, не можем не упомянуть ситуации в Золотом, когда Зеленский решил пообщаться с теми ветеранами, которые туда приехали и, ну, таким образом заблокировали Минский процесс. Ну, дивись, я так, мне кажется, что если ты говоришь про меня, ты говоришь, можешь мне на ты даже сказать, если хочешь. А, смотри, я просто вымеряю все очень просто. Я вымеряю так. Гинуть люди щодня, повідомлення, поранення, вбиті і таке інше. Ось час, яким я користуюся. Зеленский попытался объяснить ветеранам, что каждый день гибнут граждане Украины. Каждый день кто-то получает ранения и так далее. Экономика несет колоссальный ущерб. Но, понимаете, ветераны, которые, ну я понимаю, что тяжеловато, наверное, устроиться куда-то на работу. И лучше вот продолжать вот в таком, знаете, непонятном ключе идти на поводу всевозможных там сил, которые заинтересованы в продолжении войны, сидеть вот там на линии разграничения, получать, я так полагаю, за это какие-то деньги и таким образом блокировать процесс, который, кстати, Украина на международной арене прогарантировала. И, ну и вот на такое общение, такое в неформальной обстановке сразу начали реагировать. Вот, например, реакция Андрея Белецкого. Форма розмови – це відверте побутове хамство зі сторони президента по відношенню до ветеранів. Ну, здесь, я так полагаю, все, что Зеленский бы не сказал, все равно было воспринято бы как хамство. Даже если бы он упал на колени и стал молиться на этих ветеранов, которые туда приехали и мешают выполнению Украиной международных своих обязательств. Ну да ладно. Тепер, власне кажучи, про суть розмови, її майже там немає, але між тим, найперше, на що я звернув увагу, мене особисто вразило, що президент відноситься до абсолютно всієї країни, як до імбецилів. От в прямому сенсі цього слова. Логика Белецкого здесь поражает, потому что он тут прямо говорит, что вот сообщались, понимаешь ли, как с имбецилами. И вот так почему тогда вот эти ветераны не восстали против Зеленского, прямо в диалоге не сказали там, эй, что ты с нами общаешься, как с имбецилами, давай нормально с нами общайся. То есть они молчали с этой точки зрения. Получается, что они согласны были с этим... с этим раскладом событий. То есть, получается, тогда только Белецкий не согласен, что они имбецилы, а Зеленский, получается, и вот и сами ветераны, они, получается, что согласны тогда? Мова йде про те, що і Золоте, і Петрівське – це пілотні проекти розведення. Після них буде розведення по всій лінії фронту. Ми втрачаємо в сіру зону, так звану, попадають 30 населених пунктів. З них, ну, як мінімум частина, просто стратегічні для оборони пункти і об'єкти. Ну, наприклад, те ж саме Широкіно, наприклад, Гранітне. Із цього спічу можна зробити вивод, що дуже переживає Белецький і його команда за те, що може реально настати мир. Тому що, судя от з його слов, вони там, ну знаєте, літ ще 10-20 планували відбиватися від ворогів, от цього, знаєте, нашествия варваров, а тут, понимаешь ли, отходят и не теряют стратегические позиции, там высоты, все дела. Ну, оно же, знаете, если мир, так оно и не надо, вот эти всякие позиции, высотки и так далее. А если война, о, вот это тогда уже другое дело. То есть, конечно, смысл теряется в военных действиях, когда там уже разведение происходит, и когда там идет процесс по Минску и урегулируется этот конфликт, но... По всій видимості, це не треба конкретно Белецькому. Ви ж відноситесь як до ідіотів і кажете про те, що розведення на 1000 метрів. Мова не про 1000 метрів. Золоте – це символ в першу чергу. Мова про те, що ви збираєтеся здати величезну ділянку фронту.
яку потім не зрозуміло, як тримати в разі того, якщо вас обмануть росіяни. Я розумію, що росіянам ви довіряєте значно більше, ніж ветеранам, українській частині або армії. Але все-таки треба ж мати совість, ви все-таки в кінці кінців президент України. Не понимаю здесь, почему такая аналогия происходит с Российской Федерацией, там по уровню доверия, ну, честно, какая-то дичь. Потому что, если все-таки разобраться, ну, во-первых, это не первое разведение войск. И неподконтрольные территории давно выполняют четко все требования. И там говорить о том, что кто-то отошел, а кто-то забрал эту территорию, с которой отошли, такого, ну, реально тоже нет. Во-вторых, есть ОБСЕ, который контролирует все эти процессы. В-третьих, есть международные обязательства. И по этим обязательствам как Германия, как и Франция, так и Россия несет равную ответственность. И это не может не знать конкретно Белецкий. Но тем не менее, делает такие заявления. Зачем? Вопрос открытый. Критиковать Зеленского, конечно же, стали не только вот со стороны национального корпуса, а и всевозможные парохоботы автоматически подключились и начали возмущаться, как же это так произошло. Ветерана АТО, який є представником багатьох штабів цього руху «Ні капітуляції по всій країні», тикає йому, говорить хамські речі. Я думаю, не так можна було зробити. Зеленський должен був приїхати туди, к этим ветеранам, упасть на колени, вот, значит, поцеловать им сапоги, я так понимаю, сказать, что простите меня грешного, что меня назначили президентом. Ну вот как-то так, наверное, по логике парохоботов, ну не знаю. Окей, вы не хочете это оголошувати публично, зустрінтеся із тими, хто є представниками великого руху, багатотисячного, сотні тисяч по всій країні. Здесь вот Янина рассказывает про вот этот великий рух, имеется в виду вот этот опор капитуляции или как-то так. Ну вот мне, например, непонятно, какого будуна вообще Зеленский должен был общаться с вот этими лидерами вот этого руху, с Порошенко там, с всеми вот этими прочими персонажами. Ну всем же понятно, что это просто за деньги собрали кучу народа и пытаются таким образом палки в колеса вставить Зеленскому по мирному процессу и получить политические дивиденды с этого. И это как бы ни для кого не секрет. Но мы почему-то видим, что Зеленский якобы должен каким-то образом общаться с этими людьми, с теми, кто представляет абсолютное меньшинство. И мы не можем забывать про тех людей, которые дали карт-бланш Зеленскому абсолютно на другое. Но знаете, давайте на минуту отвлечемся от таких маргинальных, идиозных персонажей, как Янина, и вот посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны, потому что вот недавно вышел фильм по итогу визита Зеленского в Золотое на телеканале 1+1. Такой мини-фильм, короткие итоги. И здесь мы видим совершенно другую риторику там телеканала 1+1. По-человечески, пацаны, уберите оружие. Все, его нет, сказал. Ну, где? Покажите, где у меня оружие. То есть ты считаешь, что ну, ты чем хочешь? Чтобы я зашел сейчас в дом, так, показал, нет, при чем где? Здесь, ну... Я задал сейчас вопрос уже серьезный. Хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом, показал, так где? Так при чем здесь это? Вы говорите, типа, уберите, мы что, его держим я в руках? Я тебе еще раз говорю, Денис, услышь меня. Так это серьезные вещи уже пошли. Я понимаю, ну... Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите? Пацаны. Вот здесь Зеленский прямо чуть ли не за ухо заставляет вот этих ветеранов вывозить оружие, которое они туда понавозили на территорию Золотого. Разумею. Мир, да, нас. Мы надеемся на вас, конечно. Спокойно заспать, спокойно вставать. Отведут? Ну, хотите? Конечно! Будем делать. Мира хотим. Будем делать. Владимир Александрович, нужно отводить. Я думаю, что если бы телеканал 1+1 снял подобный фильм в 2015 или 2016 году, ну тогда бы тот же самый телеканал 1+1 в своей этой телепрограмме ТСН рассказал бы о том, что пропагандисты Путина хотят внести в деструктив и расшатать ситуацию на Украине и таким образом транслируют пропаганду Кремля на... Знаете, незащищенные головы граждан Украины, которые беспощадно борются с агрессией и так далее. И, конечно, всех причастных к созданию вот такого фильма, там, где, о боже, там говорят о том, что мир нужен на Донбассе, что нужно как-то разводить войска. Вот, ну, конечно же, всех бы арестовали и сожгли где-то на костре. ЦТВУ, то блогеры Украины. ЦТВУ, тут немає табу. Денис, дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас в гості.
Дорогі друзі, на сьогодні це все. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І в випадку, якщо ви не змогли побачити повністю цей випуск, заходьте, будь ласка, на YouTube, в пошуку пишіть ТБУ і передивляйтесь. Також не забувайте шукати і знаходити нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого, до побачення. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.